Приветствую всех любителей включающихся ламп и не только. Это Иксанима, и мы продолжаем. Что ж, пора заканчивать с этой долбанной канализацией, будь она проклята, трижды, дважды. Да сколько угодно раз, будь она проклята. Надо вспомнить, где я был. Мы были здесь, да? Мы были вот в этой части. Скорее всего, вот до сих пор. То есть, нам еще половину надо. Или я вот и сюда прошел, я уж не помню. Но я вроде второго входа не видел. Вот второй вход. Я до него вроде не добирался или добирался. Но сейчас мы на центре, вот тут вот. А именно... Вот яма смерти. Юг там. Значит, мы смотрим вот сюда. Предлагаю сейчас пойти тогда север, восток. Предлагаю пойти на восток. Вот сюда. Заодно и проверим, был ли я тут или не был. То есть мы выходим здесь. А тут у нас... А, вот он, выход сюда, да. И пойдем наверх. И должны выйти куда-то туда. Надо ориентироваться по лампам. Надо вспоминать, как в это играть, потому что, блин, может быть больно и страшно. Но судя по лампам, я уже здесь был. Но поскольку враги, поскольку оказалось, поскольку враги любят патрулировать. Так, это проход, это вниз, это вот сюда. Поскольку враги любят патрулировать, велика вероятность, что мы их встретим снова. Они просто могут куда-то перейти. Так, тут будет вот такой вот проход, да? Лампы включены, значит, здесь я был. По крайней мере, одна включена. Нет, включены все. Значит, в этой части я был. Можно туда не возвращаться. Это придет... Я кого-то услышал вроде. Или нет? Да-да-да, ё-моё, блин, напугал меня, гад. Блин, неудобно с ним драться. Не успеваю, не надо бить его этим ударом, надо учиться так охлупить. Ну я попал ему по спине, но он опять убегает. То есть это мы... Куда я прошел-то? Куда-то сюда? Да, я запутался уже. Север. Тут у нас проход куда-то. Или я уже здесь? Надо вернуться. То есть мы идем на восток. А, ну вот, я иду по этой, да? Я иду, иду. Утыкаюсь вот сюда. Тут есть проходы и выход. У него здоровая кувалда, скажу я вам, была. И это причем кувалда. Ублюдок. Так, сейчас, секунду. Отвлекся, сорян. Так, значит, мы здесь, да, где-то?
То есть я перехожу вот в эту комнату. Да. Тут фонари включены. Там еще скелет ходит. Откуда тут сок скелетов, я не понимаю. Это куда-то туда переход. Иди сюда, дурак. Я думал, я всех скелетов тут уже в округе перебил. Они, поскольку, как я уже говорил, они патрулят. Блин, не упасть бы сейчас. Я хочу сюда его выманить. Ну, сука, не идет. Может, не тут попробовать его запинать, но там было бы поспокойней. У него двуручный меч. Или полуторный. Увернулся. Он увернулся. А, он неплохо одет, кстати. Для бомжа. Посредственный в изношенном. Хорошо сделанный в довольно изношенном. Мой лучше, да? Кстати, я могу его улучшить, кстати, вот эту вот хреновину, да? У меня же я сферы тут собрал. Она в довольно изношенном состоянии. Статы очень неплохо подросли. На самом деле. На тебе эту сферу забери. Так, а мы где? По итогу-то оказались. Компаса не видно. Восток впереди, да? Значит, мы вот тут где-то. Это вот, вот тут проход сюда. Проход туда наверх. Наверх смысла уже идти не вижу. Мы там были, мы там все облазили. То есть, вот эту часть мы точно. Предлагаю сейчас... Все-таки мне надо выйти наверх. Тут у нас тупики. Они же обрывы, да? Я еще кого-то слышу вроде. Это что у него было? Да, у него был двурук. Предлагаю выйти наверх и пойти вниз. Вот сюда. Это значит, мне нужно третье. Это длинный коридор. Это у нас выход в начало. Нет, это выход в задницу. Стоп. Так это не выход из локации. Я был уверен, что это выход из локации, или он закрылся. Странно, ну ладно. Откуда я тогда пришел? Так, мы сейчас вот сюда попали. Тут... Здоровая замыленная комната. Если я пройду вперед, я уткнусь в стену. Да, вот она. То есть это огромный зал. Но я, получается, в нем был. Тут фонари горят.
Может, не все фонари я тут включил, конечно, но я вроде тут был. Бля, здорово, я их до сих пор боюсь. Он не один. Их там трое. Бля, да что ж такое-то? Бля, я его чудом убил. Буквально чудом. Один удар, я бы упал, и все. Он и так меня покоцал сильно. Надо восстанавливаться, надо ждать, пока мана восстановится. Их там трое. Откуда эти черти берутся? Эти камни меня немного напрягают. И обязательно, когда буду убегать, я вот так вот споткнусь. Как и удачно все разложил. Главное, чтобы они не посыпались в самый неподходящий момент. Минус 2. Блин, ну это на самом деле очень сложно. Может, это выглядит как будто, я не знаю. Как будто это так легко, или как будто это делается на скилле. Ни хрена подобного, это делается на рандоме и на удаче. Вот если он по тебе не попадет, если он тебя не зацепит, если он тебя не обнимет, у тебя есть шанс убить. Если он с тобой сблизится, все, это ГГ, это забей. Потому что ты даже убежать не можешь. Персонаж очень медлительный становится, потому что его когтями рвут броню. Даже если ты попытаешься вот так вот развернуться, а в боевом режиме это гораздо дольше, и убежать, тебя просто в спину он будет за спину хватать,
за плечи, за спину, рвать броню, и в итоге тебе всю броню собьет, ты в бессознанку упадешь. То есть на самом деле сложно, ребята. И каждый бой тут это какой-то хардкор. Это мои ощущения и моя игра, я имею в виду, да? Кто-то на скеле их раскидывает, как боженька. А кто-то вот как я. Тут третий был еще, падла. А, это мы вообще вышли сюда? Это вот та комната? Первая, в которой я прятался. Так они все тут в этой области собрались. Мы тут же их и месили в прошлой серии. Еще трое откуда-то понабежало. У меня проскочила мысль, в которую я очень не хочу верить. Что они спавнятся. Надеюсь, они не спавнятся здесь. Это будет очень больно. Ну хотя не, они не могут спавниться. Это был бы бесконечный кач тогда. И что получается? Я думал, мы были тут. Но мы тут тоже были. А мы, оказывается, здесь. Хотя я по правой стороне куда-то шел. Так я по правой стороне вышел, получается. Я по левой стороне шел, что ли? Хрен его знает. Или я вообще откуда-то отсюда пришел, вот отсюда, и шел по правой. И вышел как раз в эту комнату. Да, наверное, отсюда бы я пришел. Снизу. И прошел вот так вот. Скорее всего. Потому что... Эти колонны мы проходим, мы появляемся где-то здесь. Точнее, вот мы сейчас входим в комнату с колоннами, да, и выход потом сюда. Так, господа, надо на секунду прерваться, сейчас вернусь. Продолжаем. Так вот, где мы находимся-то? Это хрен пойми. Я прохожу в этот зал с колоннами. Так, а что, у меня карта пропала? Потому что я мышку, да, щелкнул, наверное. Я прохожу в зал с колоннами. Вот он. Я заворачиваю прям тут. Мы выходим вот в эту комнату. Если я иду по стене... Я упираюсь сюда. Тут у нас вход в комнатушку. Вот она. Значит, я был тут. Я, наверное, везде тут был уже. Надо только низ проверить. Хотя, если я снизу пришел, я вот по этому коридору пробежал. Господи, как меня душит эта канализация, если бы вы знали. Тут мы везде точно были. Пойдем колонны проверим. Тут должен быть проход. Я не понимаю, куда я ушел уже. Я вроде пошел здесь, куда-то ушел. А, ну погоди, вот она, да? Загогулина с переходом. Или нет? Или я уже здесь? Куда я вышел? Хер его пойми, где мы?
Повернемся на север. Я говорю, блять, на север повернись. Север там. Отлично, молодец, упал. За что ты запнулся, придурок? Север там, значит, это мы вышли где-то здесь. Это какой-то тоннель, скорее всего, вот он. Там проход. Там проход. Скорее всего, это вот это, вот это место, да? Если я подойду поближе. Не, я нихера не вижу. Ну да, да, да. Вот, я тут. Если я ничего опять не путаю, а я могу. То есть вот у нас переход. Вот сюда это подъем. Тут фонарь не включен почему-то. Тут ничего нет. Тут мы уперлись, тут сейчас должен быть поворот. Вот он. Вот колонна. Проход вниз сюда. Там кто-то есть. Вот вроде слева я кого-то слышал. Или вот кто-то стоит. Опа! Привет, пацан. Ё-моё, их там трое. А какого хрена? Почему так много? И что это они там устроили за тусовку, я не понял. Ребята, вы по записи или как? Один, похоже, о чем-то догадывается. И второй тоже. Так, отлично. Надо его ловить. Надо его убрать отсюда. И главное, чтобы второй сейчас не пришел. Я, кстати, мне писали как-то в комментариях. Кидай их телекинезом, попробуй. Я пробовал. Нифига. Он так же, как руками. Слишком тяжелая туша. Возможно, это три финальных. Но, я напоминаю... Как мне опять же писали в комментарии, да, ребятки, спасибо в очередной раз за комментарий. Здесь бегает какая-то альфа-мразь, которая в два раза больше них. А вот куда товарищи ушли, это хороший вопрос. Фонарь тут включен, я тут был. То есть они пришли сюда.
Это я вот отсюда вышел, да-да, тут переход. То есть я прошел вот сюда. Ну да, я вернулся, считай, практически в начало, и они все тут и крутятся. Да что ж ты, прям, блядь. Спокойно. Да это серьезно, ты его не убил? Там второй идет. Ну, блядь, ну я ж прям по нему бил. Сейчас меня убьют. Я не знаю, как я умудрился над ним махнуть этой херней. Я не знаю, как это получилось. Я махнул над ним, он же здоровый, он в два раза выше меня. Я ненавижу эту игру временами. Отхиливаемся. Он пригнулся, что ли, я не знаю, что он сделал. Но у меня булава пролетела над головой у него. Это просто невероятно. И куда он убежал?
Вроде сюда побежал, а где он? Или он завернул здесь? Он испарился куда-то. Вон один вижу. Они какие-то бессмертные становятся. Сколько я ударов нанес, или это какой из двух? Добитый, недобитый, хер его пойми. Второй где-то еще есть. Я тут не был, кстати, фонари тут не включены. Это я вот тут, что ли? Или вот тут? Где у нас север? Север справа. Значит, мы смотрим. Проще будет повернуться. Угу, я тут, да? Я вот тут. Значит, лучше тогда обойти вон в ту сторону и сделать тут круг. Смотрю, фонарей тоже нет, да? Сейчас мы идем сюда, тут, в принципе, вот до этой большой комнаты никаких развилок нет. А я отсюда вроде и пришел, получается. Если это выход в пятерку, то я отсюда пришел. Фонари я тут не включал, потому что не знал, что их можно включать. Но в любом случае, расслабляться не стоит, эти черти патрулируют, поэтому тут могут оказаться враги, хотя вначале их тут и не было, да? Куда я пришел? Что, я опять запутался? Там кто-то есть.
Я вот сюда вышел. Я вышел вот сюда. Значит, это развилка. Это развилка на выход из локации. Да. То есть отсюда мы пришли. И проход дальше. Нет, надо ту комнату обследовать тогда. Значит, мы поворачиваем. Идем вверх. Тут вроде ничего нет такого. Фонарей бы понатыкать вот сюда. Было бы отлично. Но на фонари, похоже, деньги не выделили. Поэтому... Так, у меня там левел прокачался. Бля, я думал, тут хоть один сундук будет. Эти душные локации ненужные. С двух сторон идут. Надо уходить. Оттуда кто-то топает. И там топали. Вот север. Я не понимаю, где я нахожусь сейчас. Или здесь. Да, вроде я тут. Это очень плохо. Это хорошо, он отъехал. Но то, что я его впритык ударил и не оттолкнул, это было почти фатально. Так, я прокачал постоянные заклятия, требуют меньше сосредоточия. То есть, чтобы у меня вот эта вот хрень, как вам показать, вот, чтобы она меньше жрала, но только что-то вроде она жрет столько же, сколько и жрала, разве нет? Может, надо ее перевключить? Да, ее надо было перевключить, она теперь меньше ест. Так. Далее что? Щиты? Возможно, дальше потребуется. Ближний бой не вижу смысла качать, потому что я ничего не умею. Ложный замах — это не про меня. Атака после парирования. Парное оружие. Как бы я вот это прокачал, и то я его использую, но с ними я его не использую, потому что они меня душат. Дальний бой, дальнего боя тут нет в игре. Щиты. Ну вот можно, принимая удары на щит. Прокачать, конечно. Или что-то из этого взять. Или устойчивость к магии. Мне писали, что тут будут ребята, которые будут юзать магию, такой же, как у меня. Но если мы до них дойдем. Или же все-таки пойти в ветку вот в эту, смотрите, вот сюда куда-нибудь, да, и выучить подчинение.
Где-то я видел. Хотя это у меня есть. Временно заставьте верить цель верить другим. А тут у нас заставьте цель верить вам и подчиняться и приказам. Так у меня это уже есть, как бы. Цель в ярость. Ну, можно подозрение еще взять. Просто ветки силы, мне больше ничего не нужно. Ну, волна есть. То есть вокруг себя оттолкнуть. Вообще это может спасти шкуру, когда тебя окружают. Ну, такое. Баррикада тоже... Не знаю, как она работает. То есть, мне кажется, лучше тогда прокачивать или щит, или идти в концентрацию на уменьшение магии. Давай, наверное, возьмем... Вот, быстрее восстанавливать ману. Потому что иногда маны очень не хватает. Так, мы где? Мы вот с этой стороны теперь вышли, да. То есть там есть проход. Я внизу-то все посмотрел или нет? Там на меня кто-то шел. Я испугался, убежал. Кто-то топает в комнате, что ли? А это куда проход? Я не понял. Я прошел максималку, это вот сюда, что ли, проход? Да, это вот сюда проход. А там кто-то есть? Еще. Да, кто-то тут есть. А, я его убил. Я его убил толчком, он ударился головой. Вот это, конечно, подстава в комнате запереть этого черта. Это вроде уже не первый раз я так попадаю. Так. Это я вышел, это проход дальше в большую комнату, это проход вниз к тоннелям. Вроде кто-то еще ходит. Тут у нас тупик. Да. Это в начало. Куда мы пока не идем? Здесь будем лазить. Дайте фонарь, а, уроды. Я думал, что-то лежит, это стол такой кривой. Дайте фонарь. Не, фонаря тут не дадут, тут есть сундук. Так. В сундуке еще одна сферка. И в сундуке какой-то броник, кираса.
хорошо сделанная в нормальном состоянии. Ну такое, у меня наборные, и она с наплечниками и рукавами, да? Мне кажется, все снимет. Покрытие хуже, импульс хуже. Ну, короче, она более легкая, да? Хотя неудобство такое же, как у моей. Смысла в ней нет вообще. Так, и сейчас мы выйдем отсюда, смогу пройти сюда и посмотреть вот эти две комнаты. Я стою, почему? Я слушаю, просто вслушиваюсь. Нет ли никакой скотины, которая меня тут сейчас сожрет? Так, я уперся сюда. Да. Тут надо сундуки посмотреть. Тут вроде ничего нет. Отсюда куда проход, я не понял. Или это вот это проход вот в эту комнату, похоже, да? Да, похоже, это в эту комнату проход. Только странно, почему он за стенкой. Нет, это выход в какой-то коридор. Это вот это, что ли, место? А, да, это оно. Это выход в коридор. Вот в этот. Тут подъем наверх к центру и спуск вниз. Предлагаю пройти в центр, наверх, чтобы замкнуть. Да, вот он, выход сюда. Более много фонарей на квадратный метр. А вот тут могут быть друзья. Идем направо. И мы же должны выйти туда, где мы уже были. Да, мы вышли сюда. Так, в этой комнатюге ничего нет. Вот в этой.
Сейчас будет переход в центр. Вот он. Тут фонарь есть? Есть. И переход наверх по прямой. Тут ничего такого вроде нет интересного, да? Просто путь наверх. Но нам туда надо сходить, проверить. Зажечь фонари, если что. Я кого-то слышу. И вот мы наверху. Так, мы здесь. Можно, конечно, пройти так и замкнуть. Хотя мне вот это надо все равно проверять. То есть вот у нас первый проход сюда. Я скелета вроде слышу. Кто-то идет, но не топает. На скелета похоже. Блять, это не скелет. Опять чудо помогло мне его убить. Я столько раз промахивался. Один раз опять булава пролетела над ним. Я не знаю, как тут люди скилл качают. Но тут тупо рандом и удача, мне кажется. Особенно в этой канализации, где эти покатые стены скользкие. Так, извиняюсь, товарищи. Сейчас на звонок надо ответить, сейчас вернусь. Так. Значит, я сейчас вот эту вот хрень должен проверить, да? Блин, какая долгая канализация. Я планировал, что в сегодняшней серии я отсюда выйду и пойду уже на 6-0. Так, тут проход вверх. Туда мы не идем. Ну ни хрена, похоже, мы опять будем душиться всю серию в канализации. Так, и вот мы выходим сюда. Да. Хотя бы один фонарик бы повесили, ну. А, ну тут есть, ладно. Фонарик есть, вот он. Даже два. Так, и мы выйдем сюда, да? Ну туда мне в принципе не надо, хотя я сейчас вот так вот пройду и потом вернусь.
Тут кто-то может быть, кстати. Так, это мы вышли сюда. Блин, где этот долбанный сет с броней, который мне нужен? Со шлемом ночного видения лучше. Здесь должен быть шлем где-то. Я уже оббегал большую часть, ни хрена пока нет. Мне даже не сам сет нужен, мне нужен шлем улучшенный. Так, это у нас проход сюда. Вот туда, да? Но мы пока сюда не идем. Да. Мы идем выше, сейчас будет справа. Да. Проход справа, фонарь есть? Фонарь есть. Проход справа, вот он. И мы выходим обратно. Я вот тут не проверил. За решетками, может, что-то есть. Надо подняться. Маловероятно, конечно, но мало ли. Да. Ничего. Удивлен ли я? Нисколько. Вообще нисколько не удивлен. В этой игре это нормально. Так, и мы куда вышли? Нужно вот так карту ставить. Теперь. Не очень удобно, правда, но мы вышли вот сюда. У нас какие варианты? То есть я вот тут был, вот тут я тоже был. Получается, у меня остался только вот этот кусок, и здесь где-то эта убер-тварь, если я ее не убил. А я вроде его не убивал, никого здорового я вроде не гасил. Хотя, может, и в состоянии аффекта, скажем так, я его забил и не помню об этом. Такое тоже может быть. Тогда предлагаю пройти вот так вот. То есть вниз, пройти там по комнатам по прямой, выйти сверху и закрыть. Тут, кстати, может быть сундук. Да, сундук, я вижу его. Вот он, шлем с ночным видением, да? Да, сюда, сюда. Хорош. Только он немножко другой, ребятки. И, возможно, мой намордник придется снять. Тогда, может, я и не буду менять шлем, если это в сете будет хуже. Покрытие у него гораздо лучше. Да, он похож с намордником, поскольку у него покрытие сильно... Очень хорошо сделанное в нормальном состоянии. Я еще могу его полирнуть. Импульс 3 такой же. Режущий 2-2-1. 2-2-1. Дробящий хуже. Нет, дробящий такой же. 2,5. Колющий 3,5 такой же. Неудобство 3. У этого 2. Да, он идет в сете. Это очень плохо на самом деле, потому что... Вот эта хрень. Да. То есть мы берем общие. Получается 3,5. Импульс у этого побольше. Ну, где-то 3, да? Тут вообще режущий, защита от режущего 6. От дробящего в итоге хуже. И от колющего хуже. Я просто вот этот заполировал, он в безупречном состоянии, поэтому он такой хороший. А если этот полирну?
Вот теперь он безупречно, но он все равно такой себе, да? Если у него такое же ночное видение, как у этого шлема, то есть он не больше показывает мне, то смысла менять нет, скорее всего. Сейчас еще надо убедиться точно. То есть мы берем шлем и намордник. И только шлем. Покрытие тут сколько? 2,5 и 1,5. Но оставляем двойку. Тут ниже покрытие подбородка, да, если мне челюсть прилетит. Импульс 3. И 3,5, значит где-то тройка. Покрытие у этого гораздо лучше. Импульс лучше. Режущий. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть режущий хуже у этой пары. Пока она всем хуже. Потому что тут ниже. Дробящий тройка. Колющий, 1, 2, 3, с половиной. 1, 2, 3, 4, с половиной. 4,5 подбородок и 3,5 голова. Если брать общее, то это где-то, наверное, 4. А тут 4. Не, этот лучше. Этот вот полированный, он лучше. Поэтому мы его напяливаем. Но Vision он дает точно такой же. Хотя, если я вот эту хрень отполирую, то, возможно, будет получше. Потому что это безупречное состояние, а это очень хорошее. Но он прибавит пару единиц буквально. Зато у него неудобства меньше. Это я добро пока оставлю. Так сказать, на ваш суд, господа. Пишите, что думаете. Полирнуть вот этот шлем? Ну, мне жалко на него эту хрень тратить, честно говоря. Так вот, где сет? Или сет это то, что я находил? Я наголенники взял, да? Вот. Потом я верх находил и шлем. И плюс еще что-то, вроде перчатки были. Похоже, это все как раз вот из этого сета. Я просто думал, он где-то в одном месте лежит. Бля, тут пятно, тут, похоже, еще комнаты есть. На карте не видно за пятном задолбанным. Пока сюда не идем в бок. Идем сюда. И вот мы дошли до конца. Вот до сюда. Но там была какая-то комната. И судя по карте, вот тут есть переход. То есть эта комната выходит сюда. Значит, мы туда не идем. Мы все равно в тоннель зайдем. И выйдем там, скорее всего. Слышу, кто-то слева ходит.
Их тут несколько вроде. Блин, очень неудобное место. Он постоянно падает, и я тоже могу упасть в любой момент. Вы слышите, кто-то... Кто-то топает довольно редко. Это не тот ли большой здоровяк? Я прошел сюда, вот проход налево. Ой, налево говорю, направо. И мы вернемся. Надо направо сходить, да. Так, это мы прошли куда-то сюда, должны выйти снизу здесь. Это может быть просто коридор. Да, это был просто коридор. Это был просто коридор. Так, мы вышли снизу, значит, возвращаемся назад. Вроде никого. Да ёб твою налево. Как неудобно эти выключатели дергать, вы не представляете. Так, и мы вышли сюда. Все. Тут мы замкнули. Я кого-то слышу. Тут был, что ли? Или тут изначально двери были открыты? Хотя одна не открыта. Это вот мы где находимся. Не, я тут не был. Хотя я мог сюда заходить. Не, я не был тут, а вот и перчатки, да? Понятно. Это такой довольно легкий сет со шлемом, который в темноте дает видимость. Ага, а я с той стороны был, ребятки. Фонарь-то включен. Значит, дядюшка Лумис там уже побывал. Значит, я... А, ну да, в принципе.
Я же вот отсюда вышел, вот. Я вот так обошел и попал сюда. Значит, где я не был, по сути? Я не был только вот в этой части, и то не факт, может, я и там был. Вот в этой части. Вот, я дошел до сюда, вышел сюда. Сейчас я здесь. Вот это проход сюда. А тут должны быть переходы. Да. Наверх. Значит, мы идем сюда. А так где тут здоровый-то? Я его убил, что ли? Надо будет видосы почекать. Или мы просто с ним не пересеклись, раз они патрулируют. Так, я здесь, да, оказался? А здесь фонари я включал. Не все, правда, но включал. Да ё-моё, Лумис, ну что ты делаешь? То есть тут мы переходим сюда... И в итоге мы вернулись. У меня голова уже пухнет, честно, вот от этих хождений. Куда мы в итоге вернулись? В итоге мы вернулись сюда. А, тут прохода никакого нет, что ли? Там тупик получается. Ладно, давай так посмотрим. В этой размытой карте не видно ни черта. Погоди, это еще один проход. Наверх. А это тогда вот сюда вот проход, куда я и хотел пойти. Вот тут этот черт может бегать. Но я тут был, фонари включены, значит, я тут был уже. Я мог пройти отсюда. Ладно, пойдем проверим, короче, что гадать. Это у нас вниз дорога. Да. В задницу в эту. Секунду, а где выход-то тогда из этой... А, ну вот, выход один, а второй где выход? Я что-то не понимаю. Тут же два входа в... Может, вот он где-то тут? Тут же два входа в канализацию с пятого уровня. Или второй... А, вот он второй. Вот я мудак. Я же к нему и выйду. Да, вот он второй вход. Возникает вопрос. Возникает вопрос. Вопрос возникает у меня. У меня возникает вопрос. У меня вопрос возник. Где эта тварь здоровая? То есть, один убежал, мелкий. Он где-то бродит здесь, но на него наплевать. То есть, я проверил сейчас вот эту вот всю часть. Вот буквально вот, вот это вот. Вот, от сих. Вот, да. Ну, короче, вот так отрезайте. Где мы вышли? Вот, вот так вот. Вот такой кусок. Тут я был... Но я мог куда-то не зайти. Хотя нет, я везде там смотрел же. Я просто к чему это? Мне кажется, сейчас нет смысла там бегать. Но я вроде его не убивал. Я не помню, чтоб я его убивал. Тут есть яма, в которую можно скинуть. Загнать туда.
или нам уже на выход. Ребятки, давайте на этом закончим сегодня. Небольшая будет серия, но мы наконец-то разобрались с этой ублюдской канализацией. Она мне так надоела, вот честно. Это странная локация. Я понимаю, типа, боль, хардкор, унижение, но она очень большая. Сделать ее в два раза поменьше бы, и было бы гораздо приятнее тут бегать в этих темных тоннелях. Короче, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Пишите комментарии, пишите советы. Будем искать эту здоровую тварь или не будем искать эту здоровую тварь? Я, возможно, ее пропустил, но надо посмотреть видосы. Может, я его и убил, хотя я бы запомнил. Там мне говорили, что он прям приличных размеров, мужчина. И вроде скрин мне даже кидали в Дискорде. Если я ничего не путаю, там здоровая хреновина. Я не помню, чтоб я такое убивал. Пишите. Будем искать или ну его нахрен, уходим отсюда, идем на 6-0, где нас ждут големы, которые, насколько я понял, вообще неубиваемы. Но если убить, там супер сет брони, но этот сет брони, он супер тяжелый и работает только на каких-то батарейках, чтобы вес сбросить. Короче, какая-то там борода, надо будет разбираться. Пишите, с удовольствием все почитаю. Спасибо за активность, и я на все стараюсь отвечать. Ставьте лайки, это привлекает новых любителей скитания по канализациям и продвигает видео. Подписывайтесь на контакт Рутуб, там я выкладываю все то же самое, плюс Twitch, туда три стрима с Ютуба. Инфа по стримам выходит в сообществе на Ютубе, в группе ВКонтакте и в Дискорде. В Дискорд залетайте, ссылка в описании. Там вы можете предложить игру на прохождение или стрим, пообщаться с другими зрителями. В Дискорде присутствует бот, который будет кидать вам оповещалки о выходе новых видео на канале. И в Дискорде оперативно публикуются все новости касаемо канала. Ссылка в описании, всех жду. На этом все, всем еще раз спасибо. Но самое главное, помните. Неважно, сколько вы скитаетесь по канализациям, главное из нее выйти живым. Всем спасибо, всем счастливо.